Я не верю, что я лечу в Нью-Йорк. It's Нью-Йорк! Для меня уехать от свободы — это как увидеть прилет НЛО. Это пипец, я в это не верю. У нас такой вот бич-стайл. А еще на улице дикая гроза и дождь. Я не знаю, мы полетим сегодня или полетим. Но, надеюсь, полетим. Whoa, what the frick is wrong with people, man? Я очень хочу спать. У нас время скука. 5 утра, good morning. Мы в аэропорту. Сделай вид, что ты спишь. Или сделай. У нас пересадка в Лас-Вегасе, и, как вы видите, старый добрый Лас-Вегас сразу же встречает казиношкой. Казино, я люблю бабло. Поиграли оба на 20 баксов, я выиграл 38, а Паша выиграл 35. Отпустила с деньгами. Лас-Вегас, а мы здесь с Аленочкой сидим, вот пишем план покорения Нью-Йорка. Они тут деньги зарабатывают. Молодцы. Вот наша комната, мы заселяемся, давай. Обзор, рум-тур нью-йоркской квартирки. Трущобы в Нью-Йорке. Тверденько. Обзор туалета. Ну, нормально. Нью-йоркские трущобы. Продолжаем обзор. Здесь вот такие штучки, грибы торчат, плесень. Здесь много вешалок. Вейп. Вейпик. Здесь у нас кофемашина. И чтобы быть типичным нью-йоркцем, пить кофе по утрам. Нет, правильно, нью-йорковчан. Нью-йорковчан. Так, дальше, что тут у нас? Сейф. Закрой. И бар. Ну вот как-то так. Самое главное, идите сюда. Послушаем звуки города Нью-Йорка. Подожди, как тут открыть? Подождите, окна не открываются. Не, я могу микрофон подставить. Ну, как и так. Слышно было? Нет. Ладно, просто посмотрите, полюбуйтесь. Так, ну, охуеть. Короче, мы немножко прихорошились, сейчас пойдем кушать пиццу и на Times Square. Кто не знал, Times Square – это рекламные билборды, которые продаются за очень дорого, я гуглил. Вот это Нью-Йорк. Понимаю. Говорят, в Нью-Йорке нужно обязательно попробовать пиццу за $1.50. Вот, мы пришли. Я хочу пиццы. Да, вот это пицца. Пробуем. Хорошо. Хрустяще. Всем советую попробовать. Вкусно. И дешево. Что ты жжешь? Орел и решка за $100. Это что такое? Это вейпят. Вон, смотри, боктеры. А пахнет как клубничный вейпик. Ребят, мы стоим напротив Таймс-сквера. Я не хочу смотреть, не хочу смотреть. Офигеть, сколько рекламы, ребята! Никогда в жизни! Ребята, я в раю! Это так круто! Я не верю, что я здесь, знаете? Каждый раз ты смотришь на эти картинки, все детство смотришь на картинки, и вот я здесь! Я сейчас расплачусь. Прикиньте, все эти люди просто стоят и смотрят на дорогую рекламу. И красиво, и дорого, и реклама. Я хочу, чтобы вот там было мое лицо когда-нибудь. Вот вместо Викинда мое лицо, поняли? Разыскивается особо опасно. Короче, мы с Антоном очень хотим привезти какие-то сувениры с Нью-Йорка, такие типичные, знаете, вот эти вот футболочки, глав Нью-Йорк. Обязательно надо. Нам нельзя здесь снимать, сказали. А мы будем снимать. Мы купили мерч. Обзор покупок. Мы с Антоном купили две футболки. Мечта детства. Купить такую футболку в Нью-Йорке. А не в своем селе. Выполнено. Антон себе черную, я белую купила. А еще вот такой красивый брелок, последний забрала. И вот, Антон себе тоже купил сувенирчик. Зовите теперь Антона Энтони. Всем привет, я Энтони.
Доброе утро, мы в метро. Сегодня второй день. Вот, типичное американское метро выглядит вот так. Ничем пока не примечательно. Туристы в своей естественной среде обитания. Мы приехали покушать. Вот что у нас на завтрак. Вот что Алена на завтрак. Чили и картошка из сладкой картошки. Картошка из сладкой картошки. Приятного аппетита. Спасибо за ешь. Мы покушали, было очень вкусно. Теперь мы едем кое-куда. Мечта всей жизни. Вы об этом мечтали? Да. Честно, волнительно. Потому что для меня это все как будто нереально. Короче, вот наше место, где мы покупали билеты. И нам нужно отправляться отсюда, потому что это наш пирс. Тут два варианта. Мы либо с этой лодки плывем, что будет очень странно, наверное. Либо с вот той лодки, что тоже как-то очень странно. Алена снег нашла. Ребенок в солнечной Калифорнии живет, снега не видит. Это что, правда она? Это она? Ну, каждый день вижу статую. Я не вижу, я до сих пор не вижу. Она там, она там. Вот она. Родина, мать. Вот она, статуя свободы, прямо перед вами и перед моими глазами. Вот так она выглядит, такая свободная, такая статуя. Я счастлива. Она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. Просто Джейн родила. Смотри, какая красивая девочка. Какой красивый Манхэттен. Это Манхэттен и красивая девочка. Вместе красивый Манхэттен. Ребят, я видел статус свободы в жизни. Я теперь, когда буду в фильмах видеть постоянно статус свободы, я буду такой: это был это! Это, знаете, как галочка в жизни, что нужно обязательно увидеть и посмотреть. Это прям мечта жизни была. Пока что первый день, Нью-Йорк мне в целом нравится. Красиво, большой город, чем-то Питер напоминает с Москвой. И много мусорных пакетов. А зачем я это сказала, я не знаю. А сейчас мы идем к мемориалу, посвященному событиям 9-11. 11 сентября, кто знает. Вот на вот этом месте раньше были башни, теперь тут ничего нет. Вау, это так выглядит красиво и вообще я первый раз такое подобное вижу. Я не знала, что на этом месте теперь стоят такие огромные фонтаны и водопады. Ощущение, будто вода стекает вниз куда-то в бесконечность. И я настолько впечатлила, что мне даже было трудно что-то сказать. Всем советую ознакомиться с полной историей трагедии башен-близнецов, если вы ранее этим не интересовались. Мне кажется, это очень важно. Если честно, сейчас мурашки по коже идут, потому что это в жизни так выглядит. Я не могу описать, просто мурашки. Интересный факт, да. Да, здесь написаны люди, которые умерли тогда. И каждый раз, когда у них день рождения, в их имя ставят розочку. Оно на видео, наверное, не сильно видно, но он просто огромный, этот фонтан. Это как-то даже страшно, потому что, если понимать, какие события здесь были, тут прям мурашки по коже идут. Атлантик играет песни из «Русалочки», а вот здесь кого-то убили, кажется. Мы приехали на Брайтон-Бич. Вот такой вот Брайтон и такой вот бич. Как вам видок? Вообще на Нью-Йорк не похоже. Мы куда, в Россию приехали, что ли? Да. Короче, кто играл в GTA 4, знает это место. Здесь все на русском, в игре тоже все на русском. Это очень странно видеть, просто мы в Америке или где? Видеофильм, игрушки, Барин Акунин, Маша Медведь. Бог — это любовь, здоровье и счастье. Подписчицу встретили. Помаши ручкой. Вот. Человек-палка.
Потом становится целительница госпожа Еля. Я помогу решить ваши проблемы. Местная звезда. Ребята, я в шоке. Тут все почти разговаривают на русском языке. Тут вывески на русском языке. Пирожки вон с картошкой продают на каждом углу. И все магазины выглядят, как будто это большой рынок. Мы пришли в сковородку покушать. Сковородка. Медведь. Выбираем, девочки, мясные блюда. Тут вроде бы уютно, как будто мы дома. Но в то же время страшно, потому что мы как будто дома. Я хочу в Калифорнию. Украинский борщик, хлебушек, сало, селедочка с картошкой. А ты что с пустой тарелкой? Я пельмени жду. Пельмени ждет. Антон попросил на видео записать, как он ест сало. Антон и сало не виделись практически год. Смеетесь, а для нас борщ – это экзотическое блюдо. Тут будет грустная музыка, как хомяк ест. Баба Лена. А там выше еще написано. Дура. Бабочка Лена Рокс. 228. Это что, ядерное заражение? Даже и не скажешь, что это Нью-Йорк. Вот посмотрите на вот эти дома, на надписи, на атмосферу вокруг. Вот вы бы когда-нибудь сказали, что это Нью-Йорк? Никогда в жизни. Мы как будто в Питер попали. Смотри, реально. Ну там вообще чисто Питер. А куда мы приехали? Извините. Брайтон Бич. Мы приехали на пляж. Первый раз видим Атлантический океан прямо с вами. Посмотрите на Атлантический океан. Вот, ничем не отличается от другого океана. Сегодня второй день в Нью-Йорке, третий. Сегодня у нас в планах пойти в Центральный парк и прогуляться по Манхэттену. Она хотела бы жить на Манхэттене. Ой, это же Starbucks, там, где самые лучшие туалеты стоят. Бесплатно. В туалет сходили? Я закончил срать. Сейчас мы идем завтракать. Идем завтракать в такос. Типа как хот-доги и пицца здесь. Нужно обязательно попробовать. Да, Люна? Такос. Обожаю такос. Особенно те, которые на улице, и из них течет жир. Я не уверена, что хоть что-то есть, но ладно. Вот так выглядит такос. Нормально, кислое только. Ты добавил слишком много лимона. Хорошая. Лайк. Пока вы лежите на диване, она сидит и зарабатывает миллионы. Так, мы с вами выходим на Центральный парк. Идем искать Льва Алекса. А чё, где парк? Вот. Как-то сухо, да? Обычненько что-то пока что. Ребята, я вижу Центральный парк, как в мультике. Зоопарк в парке. Добро пожаловать в Центральный парк Нью-Йорка. Эти морские котики. Вот. Вау, торпеда. Алена с пингвинами общается тут. У них жопы красные. Реально красные. Это я в зоопарке, потому что здесь нет Льва Алекса. Это могла быть ты, но ты эволюционировала. Тут должна была быть Глория. Где Глория? Мне интересно, почему Глория была бегемотом, а не морским котиком? Потому что труднее было бы морского котика поставить, как бы, в мультик-то, да? Вон она, Глория. Селедка. Селедка. Ребята, это медведь. О, второй спит. О, какие сладкие мишки. Сейчас бы чаю. Грилфинд. С медом. С лимончиком. О! О, вот, облизывается. Правду говорю. Ты с кем? С Пашей. О! Посмотрите, как выглядят какашки зверей. Когда мне говорили про центральный зоопарк, то я не ожидала тут говно увидеть. Это лев. Мурка. Вот это прогибы.
выпендриваешься, что в детстве паркуром занимался. Смотрите, это вот они такие крохи были. Вот такая киса. Здравствуйте. Птички гуляют. Привет, чел. Короче, из львов тут только вот статуя. Короче, у нас есть теория, что здесь нет ни львов, ни бегемотов, ни жирафов, ни зебр, потому что они сбежали отсюда как бы. И вообще, кстати, я по-другому себе представляла центральный зоопарк Нью-Йорка. Он оказался немножко другим. Хотелось бы, чтобы он был побольше. Хотелось, чтобы он был как в мультике прям. Было бы здорово. А так тоже неплохо. Все интересно, красиво. Мне, кстати, очень понравились красные панды. Они прям очень классные были. Я их видела первый раз. Такие дела. Смотрите, это хот-дог с Америки. Он ничем не отличается на самом деле, но нужно было принципиально в Нью-Йорке купить хот-дог, особенно в центральном парке. А вот это сосиска в тесте. Это сырое тесто. У тебя вкуснее. Сосиска в тесте была вкуснее. Смотрите, тут на всех лавочках есть имена. Вот, куча лавочек стоит с именами. Короче, я где-то в интернете прочитала, что эти вот имена, они покупаются за около 10 тысяч долларов. Типа, можно купить лавочку и прицепить сюда свое имя. Прикиньте, тут было бы написано Полина. Просто Полина. She loves walking paper in the park. Life music, time with friends and family and most of all. Андрю, Люси and Генри. Hey, honey! Чем бы я про себя написала, интересно. Она любила пюрешку с котлетками. Короче, можно все что угодно написать, по сути. Типа, имя свое, дату или какие-то пожелания, не обязательно имя. Это круто. Напишите в комментариях, если бы вы купили лавочку, что бы вы написали туда? Потому что тут разгуляться можно, ого-го. Ты бы что написал? Among Us Forever. Теперь мы идем смотреть на самое популярное здание в Нью-Йорке. Вот такой Нью-Йорк, вот такие мы. Как тебе Нью-Йорк вообще? Мне очень нравится. Я хочу здесь пожить. Дайте пожить, пожить, пожить. Жить, пожить. Вчера у меня было такое ощущение, когда я первый раз попала в Питер. Типа, вау, я хочу тут пожить. Самое странное, что мне то же самое. После этого мы переехали в Питер, как бы. Я не знаю, судьба ли это, или космос нам сигналы подает, как бы. Будет очень забавно, если через время мы здесь будем жить. Что-то такое есть, да? Да, что-то такое нет. Что-то такое есть, что-то такого нет. Ну, вы поняли. Вот так смотришь обычное здание, а смотришь вот так и выкупаешь фишечку. Вы поняли, да? Это такое плоское здание. Его только чуть-чуть реставрируют сегодня. Это я и здание Утюг. Вот он, Empire State Building. Вот он, Empire. Тихо. Красивый. Это Полина и Empire State Building. Building. А это Паша и Бонги. Большой центральный вокзал. Офигеть, он огромный. Большой центральный вокзал. Такой большой и такой центральный. Ты сказала, больной сильно вонял? Мы пришли в нашу любимую пиццу за доллар. Это та пицца, которую мы ели первый раз. Нам она очень понравилась. Вот, купим пиццу и пойдем в номер отдыхать, потому что мы очень устали. Очень болят ноги. Это были очень насыщенные 2 дня. Я очень устала, но очень счастлива. Скажи 2 слова. Красиво. Хочу здесь жить. Вот такой душевный влог получился. Надеюсь, вы почувствовали все мои вайбы, которые я поймала там, в Нью-Йорке. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока! Хабиби мимо мимо мимо.